Дивіться просто зараз. Вона – досвідчений адвокат по кримінальним справам. Появился человек, который отсидел за тяжкие убийства более 10 лет. Любовь была, конечно, сумасшедшая. Нарешті зустріне галантного кавалера, який створить для неї чарівну казку. Спасибо. Ваш приятно, приятно. І вона нарешті відчує себе бажаною та коханою принцесою. Наслаждайся. Та чи зможе вона відпустити примари минулого? Дійсно багато пережила в цих відносинах. Дуже рівнівий, агресивний. Навіть за свою життя одну час боялася. В той момент я взагалі не зрозумів, що відбувалося. Єгоре, я зустрілася з дуже цікавою білявкою. Її звуть Ірина. В неї незвичайна доля, яка варта дійсно серіалу. І її бажання створити сім'ю мене дуже вразило. Ти мене дуже заінтригувала, і мені хочеться подивитись її візитку. Меня зовут Ирина. Я не нарушаю закон и умею любить. Где ты, мой принц? Мне 40 лет. Я адвокат, практикующий. Занимаюсь уголовными делами. Уже более 14 лет. Вследствие того, что человек приставал к его жене, тогда я думаю, что ситуация решаемая. На работе я ответственная, серьезная. У меня трое деток. Старшей дочке 22 года, средней 16 и самой маленькой 2,5. Двое старших дочерей – это от первого брака. Развелись, потому что у нас поменялись взгляды на семейную жизнь. Я стала, возможно, более серьезная. Он был веселый, беззаботный, но таким сейчас и остался. Как раз когда я разошлась с первым мужем, тут появился человек. Любовь была, конечно, сумасшедшая. Я была его адвокатом. Он отсидел за тяжкие убийства более 10 лет. Ну, он недолго там просидел, когда я стала его адвокатом. Я его буквально сразу выпустила. Ну, а потом начались красивые ухаживания. Там, кареты, цветы, рестораны. Все испортилось после того, как я родила и после того, как мы расписались. Его прошлое все-таки дало отпечаток на его поведение. Он очень был ревнивый, агрессия, недоверие. Потом начал поднимать руку. Тогда я уже поняла, что это все. Мне было очень тяжело после вторых отношений. Я очень долго восстанавливалась. Я хочу ценить сейчас каждый момент своей жизни. Я сумасшедший оптимист. Я хочу, чтобы мужчина со мной рядом тоже любил жизнь. Просто взяться за руки, я не знаю, гулять, ну, разговаривать о чем-то. Хочу побыть девочкой. Чтобы просто обо мне позаботились. Третий раз будет счастливый. Складається враження, що це чудова білявка, як ти сказала, шукає свого принца. Але що цікаво, що в мене є справжній принц. Ого, чи є в нього білий кінь? Білого коня я тобі не обіцяю, але все інше в нього є. Він дуже галантний, дуже розкутий і надзвичайно гарно танцює. Мене звуть Іван. Я джентльмен. Мені потрібна та, яка зможе зрозуміти мою чутку натуру. Ну а я зроблю все можливе, щоб вона почувствувала себе принцесою на балу. Контакт. It's okay. Мне сейчас 36. Я занимаюсь тем, что готовлю людей с нуля к таким событиям, как венские балы, обучение бальным танцам, бальному этикету. И наверх 3, и вниз 3. То, чем я занимаюсь, это, в общем-то, то, что мне по душе. Я разумею, что біля вас багато гарних дівчат та жінок. Чому наш проект «Одруження на осліп»? Девушек, женщин в окружении очень много. А можно я
с Мариной потанцуем. Я очень часто чувствую импульс к женщине, но моя интеллигентность не дает проявиться мне в полной мере, последовать этому импульсу. Я понимаю, что мне стоит разграничивать профессиональную деятельность и личные отношения, потому что концентрируешься не на работе, а на каких-то вот эмоциях, которые лишние. Хорошо. Спасибо большое. Давайте. Очень. Угу. Мне не нравится слово «холост». Я бы сказал «свободен». У меня были предыдущие отношения с девушкой, которая сначала была моей ученицей. Отношения продлились год. Каждый день я работаю с совершенно разными девушками и женщинами. Я понимал, что она недовольна и ревнует. Я считаю, что это совершенно неуместно. Я понял, что если человек так проявляется, наверное, ничего не получится. А какие жінки вам подобаются? Я очень ценю внимание к себе. Я очень ценю искренний интерес партнера к тому, что я делаю. Я вижу это как союз двух зрелых, состоявшихся личностей. Секс – очень важная сфера между мужчиной и женщиной. Наверное, я бы ее определил как наиважнейшая все-таки сфера. Мне очень хотелось бы самому углубиться в эту тему и, конечно же, вовлечь в этот контекст свою будущую партнершу. Я дуже вірю, що Іван зробить для Ірини справжню казку – романтичну та незвичайну. В мене є одне побоювання. Ірина досить травмована своїми попередніми стосунками. Чи зможе вона оцінити ту казку, яку створить їй Іван? Слухай, він є романтиком, галантний чоловік. Він поводиться як принц, але він є звичайним чоловіком. І якщо вона буде оцінювати його тільки з боку своїх сподівань, то розчарування не минуле. В мене є надія, що ми одружуємо двох зрілих людей, які розуміють, чого вони хочуть. Так. Будемо сподіватися. Вітаю, Ірина. Це запрошення на ваше власне весілля. Ну, привіт. Шановна Ірина, наречений вже чекає на вас. О, я виходжу замуж. Добрий день! Запрошую вас на ваше власне весілля. Вот это да. Шановний Іван, наречена вже чекає на вас. Невероятно. Ну що ти, Ваня? Хорошо подумав? Единственное, что меня беспокоит, свадебного танца не подготовили, понимаешь? Я ж танцующий мужчина. Ты жениться собрался или танцевать? Надо в первую очередь о невесте думать. Комплименты твое все, ты это всегда умел. Вот этим надо и пользоваться, только не перебрать. Я собираюсь быть таким, как я есть в жизни. Как правило, когда я веду себя легко, непринужденно и честен, они сбегают. И не сбегают, да. Необычное ощущение. Новый опыт – это то, что меня всегда заводит и драйвит. Безумное чувство эйфории, бабочки в животе. У него будет темный цвет волос, высокий. Мне бы хотелось, чтобы я поднял фату и увидел перед собой симпатичную, обаятельную девушку. Простую в общении. Я безумно хорошо выгляжу, безумно хорошо себя чувствую. Я думаю, ему понравилось. Сегодня со мной будут мои старшие дочери, Анастасия и Полина. Хочу побыстрее увидеть своего мужа и влюбиться в него. В конверт я положу символическую сумму в 1000 гривен. Я зарабатываю более 30 000 гривен в месяц, и я не хочу, чтобы мой мужчина оценивал меня по моим материальным возможностям, а оценил меня как женщину, как человек. Я могу тратить 12-15 тысяч гривен в месяц. Кладу в конверт 4000. Думаю, что на неделю нам должно хватить. Еду на свадьбу вслепую. Кто же это будет?
Интрига? Вітаю вас, Іван. Добрий день, Ірина. З дуже урочистим днем. Я сподіваюся, це урочистий день для вас. Торжественность моменту, да, чувствується. Як би ви хотіли, щоб це був вальс якийсь романтичний, чи якесь пристрасте танго? Румба? Ча-ча-ча? Ну, я думаю, станцюємо щось інтересне. Тоді я роблю свою справу. Бутоньєрка – символ, що зараз ви наречений. Благодарю. Повальсував? Ой, жених очень понравился. Симпатичный, вроде... А сложно сказать, что ее типаж, она... Нет, единого типажа. Да, да. Тот момент, когда я стоял под аркой, я думал о двух вещах. Первое, поскорее бы уже эта церемония произошла. И подумал о том, что вот девушка младшая, она может оказаться дочерью невесты. Добрий день. Мене звати Ігор Тополов. Перш за все, ці квіти вам. Дякую. Як ви хвилюєтесь? Приємно. Що очікуєте? Волшебства. Будемо сподіватися, що так і станеться. Ну що ж, за умовами проєкту я зроблю. Що? Закройте мені фату. Саме так. Вперед. У мене вже почало сильно-сильно битися серце. І я думаю, боже, що ж я так переживаю? Я ж не переживала давно вже так. Шановні наречені, пані та панове, я рада вітати вас у цей особливий день. До этого не видел никогда невесту прямо перед собой с осознанием, что это моя невеста. Да? И перш ніж я поєднаю вас у шлюбі, я маю запитати вас, чи з власної волі і відкритим серцем ви вступаєте в цей союз? Прошу відповісти вас, наречений. Да. Я коли перший раз услышала его голос, мне он показался молодым-молодым, я подумала, что ему лет 25, ну максимум 30, я думаю, ну все. Прошу відповісти вас, наречена. Да. Тож, зараз я запрошую вас обмінятися весільними обручками. Спочатку наречений. Знаете, это ощущение очень сродни чувству, когда делаешь шаг в неизвестность. Я, например, склонен к экспериментам, и я спокойно делаю шаги в неизвестность. Я оголошую вас чоловіком та дружиною. Шановний наречений, ви можете підняти фату та поцілувати наречену. Я открывал фату с чувством облегчения, что вот наконец-то этот момент наступает, мы можем увидеть друг друга. Іван мене зовут. Ірина, Іван. Прямо прекрасно, восхитительно, чудесно. Я в захваті. Когда я открыл фату, я увидел горящие такие искрящиеся глаза от эмоций. Я просто очарована. Ну, именно то, что я ожидала. Даже тот образ, который я себе рисовала. Мне показалось, что первая симпатия, она взаимна. Когда он ее увидел, то это 50 на 50. Первое – это круто и ему хочется. Но вторые 50% он боится той высоты. Горько. Горько. Ирина. Горько! Ирко! Горько! Горько! Легкий поцелуй в губы, да, был наконец-то. Ощущения были достаточно естественно приятные. Девочка должна включать скромность, но в принципе было приятно. Было все как должно быть. Среди моих гостей были дочери, и когда они подошли поздравлять, представила, что это мои дочери. Привет. Привет. Настя. Иван. Дочь.
быть. Великолепно. Самый настоящий вау-эффект был тогда, когда Анастасия представилась, что она является дочерью Ирины. Вот это было для меня неожиданно. Я воспринял это спокойно. Думаю, что дочери за меня рады. Они будут спать спокойно и ждать, пока я приеду со своим новым мужем. Он ей очень понравился. У меня, насколько я видела, глаза горели. Да, мне тоже так кажется. Они выглядели как фигурка с тортика, жених и невеста. Но мама иногда... Она импульсивный человек. Импульсивно, она не говорит того, чего она хочет. Она ждет, что мужчина сам поймет. Да, да. И не только мужчина, и дети, и все такое. Если к ней найти подход, с ней очень легко и очень хорошо. Ваше семейное життя начинается прямо зараз. Вы нестандартны, вы цікаві, и у вас, у каждого есть своя история. Якщо будуть якісь складнощі, у вас вдома є білий прапор. Це сигнал для мене та Олени, що вам потрібна допомога. І ми її обов'язково дамо. Ми дуже сподіваємося, що ви почнете нову сторінку свого життя. Після церемонії ми одразу відправились на ужин наш. Було відчуття праздника і такого емоціонального підйому. Я была в предвкушении общения, как-то мне хотелось побыстрее пообщаться, узнать человека, какой он. Потому что я сюда приехала выйти замуж. Ну все, муж. Ну, поздравляю тебя со мной. Какой прекрасный тост. Тебе. Наш процесс знакомства с Ирой достаточно интересен. Мне кажется, что мы оба как-то вот осторожно проявляем. Ты не знаешь, что в этой коробочке? Давай посмотрим. Давай. Ты первый. Ты, возможно? Нет. Это послание от наших друзей Егора и Елены. Любі Ірину та Іване. Сьогодні пропонуємо вам ближче познайомитися завдяки грі. Суть її сводилась к тому, чтобы из корзины вытягивать определенные утверждения, проецируя их на себя, либо их подтверждать, либо их опровергать. Ничего такого страшного. Я той, кто дізнався, що таке сімейне життя у 17 років. Это не обо мне. Я пока не был женат. Угу. Можно я отвечу? Ответь. Я в 17 лет вышла замуж, родила ребенка. Угу. Значит, плод этой любви – это Анастасия. И Полина. А, это обе дочери, да, того брака. Угу. Прекрасно, что ты такая, и у тебя есть замечательные девочки. Ты молодец. Вы молодцы. Спасибо. Мне понравилась его галантность, понравились его манеры, отношения ко мне. Я той, хто може обійняти багатьох людей протилежної статі за день. Да, это обо мне. Зачем? Это связано с моей деятельностью. Я обучаю людей танцам, этикету. Об этих объятиях речь идет. Танцы, объятия. Объятия в танце, да. Ну смотри, ты пока что мой муж. Речь идет о бальных танцах. Я готовлю людей к венским балам. Можно вопрос? Да, пожалуйста. А меня научишь? Ну, конечно, конечно, мне будет приятно это сделать. Хорошо. Мне нужен человек, который очень любит свое дело, фанат своего дела. Я так понимаю, Иван к той категории относится, которая отдается своему делу. Может быть, в ответ могу спросить, чем занимаешься ты? Я уже 14 лет адвокат, и я тут, так же, как и ты, фанат своего дела. Я его люблю. Ну, это прекрасно. Это вся моя жизнь. Адвокат в каких областях права? Уголовные тяжкие. Угу. Я думаю, что у нее сформировался такой достаточно крепкий, что ли, характер. Ирина, мне кажется, сильным человеком и достаточно ранимым. Вот такой контраст я почувствовал. Читайте. Ну, давай. А той, хто кращим десертом вважає секс, а десерти люблю смакувати по декілька разів на день. Это не о тебе. Ну, люблю секс. Угу. Мы совпали. Это очень интересная сфера, и мне самому интересно развиваться в этой сфере. Мне интересно, чтобы моя партнерша тоже любила это делать. По нескольку раз на день.
Ну, по-разному. Сейчас фанфары должны прозвучать, да? Та-та-та-там, та-там. Слушай, ну игра интересная, да? Да. Шампанское. Ира? Нет. Что такое на лице? Тянем нітибілітики? А я той, у кого був секс на першому побаченні. Я не хочу говорить. Да, у меня был секс на первом свидании. Давай, пятерочка. Я вижу в позиции Ирины достаточно положительный момент. Тост за интересное совпадение. Давай. Мы готовы экспериментировать даже на первом свидании. Если с партнером складывается хорошее общение, и оба понимают, что они готовы делать следующие шаги, ну почему нет? Мой муж интересный, умный, красивый. Так, а я тебе хочу подарить подарок. Что-то, что-то необычное. Это песочные часы. Когда тебе будет плохо, переверни их, и тогда все изменится к лучшему. Слушай, ты знаешь, у меня сейчас даже вот мурашки немножко по коже. Подарок Ирины, он как раз напомнил о ценности времени и ценности того момента, который есть сейчас. Понял, что человек в духовном плане, ну, достаточно глубокий, достаточно интересный. Теперь каждые 5 минут будут особенными. Спасибо тебе. Коробочку заберу, коробочка тоже очень полезна. Слушай, правда, прекрасно. Ир, у меня есть для тебя презент. Я хотел бы тебе подарить свое время, по сути. Мое время как преподавателя танцев, твое, да. Гарантированно. И тут начались первые для моей чувствительной души проколы. Вопрос, зачем жене абонемент на мужа? Ты попал. В каком смысле? Твое время мое. Ну... Это выглядит так. Я могла ему подарить на бесплатную консультацию со мной, абонемент. У меня дорого консультация стоит. О, кстати, почему я это не сделала? 60 минут? Ну, 60 минут. То, что там написано на сертификате, это отдельная история. Нет, мы отдельно. Вот 60 минут. Ну, по максимуму, да? А потом дальше, да. Мне показалось, что Ире мой подарок понравился. Я с радостью проведу для нее мастер-класс по тому танцу, который она выберет, возможно, сама. Я уезжаю отсюда с приятными чувствами. Мне Ирина очень интересно открылась сейчас. Она, как девушка, очень незаурядная, я считаю. После романтического ужина мы отправились в дом. Аккуратненько заходи. Наш новый дом. Ау! Кого нет? Бокальчики. Для коктейльчиков. Дом мне очень понравился. Действительно, тут прям сказка. Хотела жить в таком всегда, только с видом на море. О. Я сам все это вижу впервые. Но это дрова, но он настоящий. Ну это же прекрасно. В нашем новом доме есть камин. Дом просторный, интересного дизайна. Камин, большие окна. Тут... Это что-то похожее на зимний сад, да? Да. Слушай, я так люблю мансардные окна. Но на тот момент я об этом не думал. Ох, твоя юбка, ты мучаешься с ней, по-моему, сегодня целый вечер. Поскольку ожидал, как же пройдет она, эта ночь. Пойдем наверх? Идем. Я готов к тому, чтобы мы проводили нашу первую брачную ночь вместе. Заходи. Вау. Как тут уютно, тепло. Да. Это наша спальня. Угу. Будет ли она нашей на сегодня? Даосские практики – это интереснейшая штука. Изучив это, на самом деле можно сделать очень яркой сексуальную жизнь пары. Мне очень хотелось бы самому углубиться в эту тему.
И, конечно же, вовлечь в этот контекст свою будущую партнершу. Ну? Мне очень хотелось бы, чтобы мы нашу первую брачную ночь провели вместе. Ну, просто, наверное, сегодня все-таки отдельно. Мы с тобой недолго общались, но мы хорошо узнали друг друга за время нашего разговора. Хочется все-таки, чтобы мы становились ближе друг к другу. Я еще не готова пустить Ваню в спальню, потому что, возможно, мне надо обдумать, что-то такое в нем есть для меня еще непонятное. Мне кажется, он что-то скрывает. Я благодарна тебе за то, что ты решил, чтобы мы сегодня спали отдельно. Хорошо. Я думаю, он меня поймет. Раз он занимается этикетом, то он должен, наверное, сам понимать это и не настаивать. Я тогда прощаюсь с тобой до завтра. Спокойной ночи. Все. Для нее достаточно важен эмоциональный контакт. Она не разделяет понятия любовь и секс, из чего я могу сделать вывод, что сексу она может быть готова с тем мужчиной, которому у нее будет эмоция. Я получаю то, что я хочу. Поэтому до первой брачной ночи хорошей и качественной, я думаю, недалеко. Вопрос лишь только времени и терпения. Утром я приготовил кофе и себе, и Ире. Для меня этот жест был, ну, наверное, инструментом нашего дальнейшего знакомства. Ира, доброе утро. Доброе утро. Хорошие манеры – это очень важно для того, чтобы завоевать расположение женщины. Нужно уметь правильно общаться и, конечно же, правильно себя вести. Поговорка, конечно, звучит по-другому, но как на новом месте спалось невесте? Жене отлично. Уже жене, да. Все хорошо. Я не знаю, пока пьешь ли ты кофе по утрам, но я тебе сделаю кофе. На будущее с молоком. Конечно, мне хотелось бы, возможно, более каких-то ярких эмоций, воодушевления увидеть. Да, это то, что я пытался вложить в этот жест. Ира была благодарна, но она была достаточно сдержана. Я не понимал в полной мере, ну, что же по-настоящему происходит. Просыпайся, попей пока кофе. Он пытается соответствовать каким-то идеалам и красиво говорит. Ну, что приятного? Ну, кроме стандартных вещей, которые положено говорить. Собирайся, мы еще должны дать друг другу задание сегодня. Угу. Поэтому пока ты будешь одеваться, я пойду вниз и буду ждать тебя там. Хорошо. Такое колебание у меня было. То ли, возможно, ей этот факт такого подарка не по-настоящему вот радостным, то ли она очень сдержана в проявлении своих эмоций. Вот на тот момент мне это было непонятно. З одного боку, ну, дуже гарний вчинок. Чоловік зробив каву, і це круто. Але він очікує на таку реакцію, якби він подарував мільйон троян. Що б він не зробив, всі повинні аплодувати, захоплюватися та відчувати щиру вдячність. Якби він вальсував, знаєш? Кава, нічого особливого. Розумієш, він танцюрист. Так. І він хоче своїх аплодисментів. Так. Але сцена та стосунки – це абсолютно різні речі. Привіт. Привіт. Я готова к заданням. Ну, ти перший, мабуть, да? Ти ж мужчина. Так, да, я з удовольствием тобі розкажу о тих заданнях, які будуть. Перше задання моє для тебе буде називатися «Партнерша вне паркета». А партнерша вне пакета. Партнерша вне паркета. Мне уже страшно. Что это значит?
Мне важно, чтобы ты могла мне доверять не только когда мы с тобой вдвоем. Я поняла. Спасибо. Партнерша мне паркетом меня заинтриговала. Мне очень интересно, из чего оно будет состоять, это задание. Мне кажется, учитывая твой жизненный опыт, оно не будет для тебя сложным. Но теперь будут мои задания. Я в предвкушении. Держись. Благодаря ее профессии она обладает очень живым умом и хорошим воображением. Даже не берусь предполагать, что же Ира придумала. Первое задание называется... «Забота на миллион». Слово «на миллион» его вообще поразило. Он сразу подумал, все, попал. Я умею заботиться, но все же был вопрос, да, а что же нужно будет делать? Миллион – это не в материальном плане, а для меня важно, чтобы мужчина обо мне заботился, чтобы я ощущала от него тепло и заботу. Только я хочу, чтобы это было искренне. Обсудив задание, мы уже наконец-то решили перейти к формированию нашего семейного бюджета. Ждет сейчас с тобой первое наше общее семейное задание. Шопинг, поход в магазин. Ну да. Для этого нам нужны деньги. Откроем наши конверты. Я первая? Да. Женщина в любом случае по возможности должна нести какой-то вклад в семейный бюджет. Поэтому я положила символическую сумму в 1000 гривен. Мне приятно. Мне приятно. Мне приятно, что тебе приятно. Мне понравился факт того, что Ира сделала вклад. Пусть небольшой, но она его сделала. Я положил сумму в размере 4000 гривен. Я привнес сумму несколько большую, нежели я обычно трачу на себя. Отлично, итого у нас 5. Итого 5. Как думаешь, хватит нам на неделю? Надеюсь. Как настоящий глава семьи, я решил, что бюджетом буду распоряжаться я. Он этот бюджет, сразу не спрашивая ничего, не предлагая варианты, он складывает конверт, забирает себе. Не оставя при этом жене даже. Он мог, в принципе, оставить мне какие-то деньги. А в идеале он вообще мог вернуть мою 1000. Но если он рассчитывал потратить 2, зачем ему столько денег много на неделю? Предлагаю отправляться за покупками. Поехали. Мені цікаво, чому Іра промовчала і не проговорила це, по суті, буденне питання. Так. Тут же нічого складного. Тільки так. Скажи те, що ти відчуваєш. Я бачу, що Іра все більше і більше закривається. І я б порекомендувала Івану не тільки бути терплячим, а ще й проявити фантазію, стати уважним до своєї дружини, намагатися зрозуміти, що не так. Але Іра теж може просто сказати. Сказати так. Ну, скільки ми потратимо, як ти думаєш? Давай. Кто Давай угадает? Поиграем в угадайку, да? Да. Я делаю где-то прогноз на 2,5. 2700. 350. Что 350? Давай потратим. Что, 350 гривен? Нет, 3,150. А, 3,150. Да. Значит, моя 2,700, твоя 3,150. Тот, кто выиграл, того желания исполняется. Да. Я буду стараться победить в этом споре, потому что хочу все-таки спать вместе с Ирой. Это и будет мое желание в случае победы. Мы сейчас определимся с основным блюдом. Ну, будет это, я имею в виду, рыба-мясо. А нам же на неделю нам надо одно что-то? Я как-то... кашки больше, кашки. Моя загаданная сумма меньше суммы Иры, поэтому я буду сокращать расходы, чтобы победить. Лучок. Да, немножко. Бери. 26 гривен. Все, взвешивать не надо, прекрасно. Вот это что такое? Ну, он полезен, но я его не ем. Хочешь, давай возьмем. Не, не надо. Грибы ты ешь? Возьмем чему-то. Я вообще их иногда ем, но, как по мне, так немножко бесполезная еда шампиньона. Картошку можно взять почищенную или мы возьмем непочищенную? Давай вообще подумаем, нужна ли она нам. Я был как человек такой вот... оптимизирующие эти затраты. Нет, он жмот. Нам сколько? Граммов 300? Угу. Достаточно? Да, да. Сколько положил?
368. Не как в аптеке, но нормально. Ух, мне уже слегка дурно. Он просчитывает каждую покупку. Он боится потратить деньги. Будем брать семгу или нет? Может, сам поймаю. Господи, уже полная тележка. Не плачь. Ира вошла в раж. Сумма покупок стала катастрофически увеличиваться. Я понимал, что моя победа ускользает. И мне придется спать одному. Там есть ведрах шашлык. Давай решим, будем мы брать шашлык или не будем. Я не знаю. Вон там он стоит. Шей. Давай, наверное, хватит. Ну, давай хватит. Я не люблю себе что жалеть. Там, смысл не в деньгах, а смысл в том, что... Ну, я считаю, чтобы быть счастливым, надо исполнять как-то свои желания, маленькие, даже маленькие. Как мне показалось, шопинг разбудил в ней женщину, разбудил в ней шопинг зверя. Вот у меня почему-то сейчас складывается впечатление, что мы закупаемся с тобой на месяц. Я поняла твой намек, я все на это возьму. Масло, вот оно. Масло сливочное бери, сам бери масло сливочное. Выбираю, чтобы было не на неделю. Маленькая-маленькая, возьми, нам большое не надо. Во время закупок я понял, что Ира может быть разнообразной. Например, в какой-то самый волшебный момент, необъяснимый, ей с неба падает мысль. Я хочу очень желе. Туда идем. Желе? Желе хочу, да. Вот сейчас ты поймала эту мысль, я хочу желе, мы идем за желе. Желе? Это сейчас архиважно. Вот оно, ты какое любишь. Я вообще его практически не ем. Я, например, ну, точно его не стал бы покупать. Я даже не знаю, я все люблю. Вот, это же на молоко. Я люблю желе. 17 гривен. Можно еще и то, и то. Ну, потом ты меня не остановишь. Я пока посплю. Я хотела еще второе взять, но у меня рука потянулась, я увидела взгляд, и все, я поняла. Убери руки. Не буду, все, не буду. Идем. Я не доставила, я не люблю, что выпрашивать у мужчин, потому что это неправильно. Я больше не могу. Предлагаю идти на кассу. Пойдем. Интересно, правда, сколько сейчас денег мы потратим на это все. Я могу еще погулять, ну ладно. Ир, я больше не могу. Ах ты умничка моя. Ты звезда. Да я знаю. Сколько? 1938,60. Кто из нас выиграл? Я был очень рад. Мой план сработал. Возьмите. Я одержал победу в конкурсе. Сумма предположителя, которая была названа мной, она ближе той конечной, которая оказалась. Мне придумывать желание для Иры. Свою победу я использую в вопросе, касающемся нашей совместной ночи. Пусть загадывает желание, а там я посмотрю, подумаю, исполнять его или нет. Передбачення для вас, ну, для нас. Mm-hmm. А? Добрі слова все налагодять. Давай здачу, жена. Я считаю, что Ирина очень красивая и привлекательная девушка, поэтому мне в очередной раз хотелось напомнить ей об этом, поэтому мы отправились в салон. Мне хотелось ей создать какое-то настроение, чтобы она, возможно, расслабилась немножко, чтобы она еще больше открылась. Видишь, куда мы пришли? Да. Мне почувствовалось, что это было как раз вот очень уместно в тот момент, чтобы еще привнести какое-то хорошего настроения в ее жизнь. Сейчас мы пойдем... Салон. Я хочу тебе сказать одну вещь. Мне очень хотелось бы, чтобы ты расцветала, раскрывалась, демонстрировала свою женственность. Возможно, рядом с тобой не было мужчины, с которым ты могла бы быть такой. Я очень хотел бы, чтобы у тебя со мной рядом получилось. Это подготовка перед нашей вечерней встречей. Ну, а наша вечерняя встреча – это твое задание. Хорошо, мне спасибо. Очень хотелось бы, чтобы ты была красивой сегодня вечером. Спасибо. Я люблю такие вещи. Мне почувствовалось, что Ира была благодарна за мой жест. Я ее там оставил и отправился готовиться к своему вечеру. Я очень люблю себя баловать. Я люблю салоны, я люблю массажи. Я получила массу удовольствия. Я осталась очень довольна.
Мені подобається те, що він робить. Він підбирає ключики до Ірини. Ну, можливо, це і спрацює. На що я хочу звернути увагу? Коли чоловік робить так багато гарних речей, бере до салону красоти, так проявляє увагу, то дуже часто це каже про те, що він на щось очікує. І очікує ввечері. Тобто нема чоловіків-романтиків? Є, є. Але всі вони мають якісь далекі перспективні плани. Романтичні. Так. Романтичні. По поводу стойки в парі. От що должно происходити? Я ожидал Иру в танцевальном зале. Мой урок был в самом разгаре. Ее визит на мой урок, это предполагалось, что будет уже второе задание. Мне достаточно важно, чтобы девушка интересовалась вот сутью того, что я делаю. Я тянусь всегда макушечкой вверх. И всегда делаю усилия, чтобы вырасти. Я захожу вся такая красивая, в прическе. Макияж, платье. Я думала, сейчас ко мне подлетят, возьмут меня на руки, будут встречать, знакомить, говорит, вот моя жена пришла. Можешь, пожалуйста, присесть пока? Я думала, это будет феерично. Вот тут посиди, пожалуйста, у меня еще есть работа. Провел меня на пуфик, посадил, ушел дальше. Посиди. Я села и сижу. И все. Пришла какая-то непонятная женщина. Зачем она пришла вообще в этом платье, в такой прической сюда? Зачем? Что-то с какой-то целью, наверное. Людям интересно. Он преподает этикет. Но это даже неприлично по этикету. Ну, просто представь, как положено, чтобы себя не чувствовали ни я некомфортно, ни люди себя не чувствовали некомфортно. Была очень дискомфортная ситуация. А теперь с вами. Когда Ира смотрела, как я танцевал, я заметил большую заинтересованность в ее глазах. Я очень ценю внимание к себе. Я хотел, чтобы она оценила мое мастерство в танцах. Раз, два, три. Раз, два. Вот здесь правильно. Думаю, у меня получилось. Прекрасно. Да, он любит свое дело, но он ко всему бесчувственно, мне кажется, относится. Ну, может, только к своим танцам, но не относится бесчувственно. В дальнейшем анализирую, делаю выводы и поступаю уже по-своему. Он от меня просто не дождется отдачи. А он мог бы быть со мной очень счастлив. Ты прям фанат своего дела. Классно, ну, молодец. Вообще, ну вот скажи, как это все со стороны? Красиво, хорошо. Твое восприятие хорошо. Вот этого движения. Не, это был танец «Венский вальс». Угу. Со стороны, как тебе, понравился он? Да. Самозакоханный нарцисс. Я, конечно, ну, сегодня много проделал работы. Подожди, ты молодец, но я что-то пришла, ты меня не представил. Забыл? Как-то так оно было сейчас в сумбуре. Я не смог уловить тот удобный момент, когда бы я ее представил, например, ученикам. Будем танцевать? Медленный вальс, венский вальс. Я не смогу так ноги перебирать. Почему? Ну, потому что я посмотрела, как ты работаешь, ты молодец, тебе все так хорошо получается. Ну, поехали, я так устала. Пошли. Я не понял, почему вдруг неожиданно Ира решила вернуться домой. Я действительно хотел ее научить, хотел показать в полной мере, чтобы было понятно, чем я занимаюсь, и передать ей, возможно, свое мастерство каким-то образом. Иногда очень сложно понять женщин, особенно сейчас мою жену. Я так і не зрозуміла, що з завданням? Чи впоралася Ірина з завданням дружина поза паркетом? Що сталося? Тому що у Івана абсолютно інші думки. От зовсім інші думки. Тобто завдання зараз для нього не важливе? Взагалі не має значення. Я зрозуміла. Вернулись домой ми поздно, і время підходило ко сну. Чтобы лучше понимать друг друга, нужно становиться ближе, в том числе и на физическом уровне. Ну все. Ты хочешь со мной сейчас попрощаться? Да, я хочу с тобой попрощаться, я очень устала. Ты мне предлагаешь снова спать на диване сегодня? Да, давай попробуем еще на диване поспи. Как знаешь, тебе? Ну мне
Мне было приятно и засыпать, и просыпаться с тобой завтра. Угу. Хочется все-таки, чтобы мы становились ближе друг к другу. Давай об этом завтра поговорим. Какая хитрость. А если я использую свое желание и предложу сегодня спать все-таки вместе? Нет. Серьезно, завтра. Ты уверена? Да. Я могу настаивать? Нет. Не могу? Нет. Ты считаешь, еще не время? Да. Не время. Что-то вызывает у нее, ну, какой-то дискомфорт, наверное, в плане сближения. Возможно, она сейчас не готова, не способна, возможно, сближаться быстро. Сегодня снова сплю на этом диване, а глядя через окно, я вижу луну. Тоже по-своему приятный бонус. Будем ждать утра, будем продолжать общение. Утром следующего дня я отправился в поле. Мне хотелось добавить каких-то ноток чувственности, романтики. Немножко узнав ее больше, где-то чувствуя ее закрытость, да, какую-то вот, ну, границу. Хотел ее, эту границу пробить таким образом. Доброе утро. У меня есть маленький сюрприз для тебя. Я, пока его собирал, подумал, что я делаю достаточно нетипичные для себя вещи. Mm-hmm. Я пытался вспомнить, когда я собирал вообще полевые цветы для девушки в предыдущий раз. Мне очень трудно было это сделать, но я подозреваю, что, может быть, это было больше 30 лет назад. Класс. И мне понравилось то, что я делал. Я почувствовала от него искренность. Наконец-то. Мне кажется, что это было сегодня от души. Аж приятно-приятно. Для меня самого это были какие-то новые, интересные чувства. Сам в себе вот открыл даже какое-то удовольствие. Тут есть два символизирующих цветка. Вот эти фиолетовенькие. Угу. Я не знаю, как они называются, но их два. Это я и ты. Угу. Еще большое. Это тебе. Удивительно приятно. Не так пахнет. Мне тоже нравится их запах. Она размякла. По-другому взгляд у него был. Как-то он пытался с нежностью говорить как-то. Вот. Но я подумала, может, я ошибаюсь. Может, он стеснялся проявлять себя. А сейчас вот он решил все-таки себя проявить как мужчина. Мне очень хотелось бы, чтобы ты открылась и говорила о том, чего ты хочешь или чего ты не хочешь. Постараюсь. Я буду ждать тебя внизу. И все? Все. Давай, увидимся. Зараз я повністю на боці Івана. Подивись, який він романтичний. Все ж крига зрушилась. Тому що ну не може дівчина не зреагувати на такий вчинок. Можливо, Іра зможе розкритися в рідному середовищі. Колі родини в теплій та сонячній Одесі. Чекаємо на допомогу Одеси мами. Сьогодні Іра пригласила мене в свій рідний город, прекрасну сонячну Одесу. Коли ми оказались в Одесі, Іра організувала для нас пікнік у морі. Одеса как без моря. Мне было очень приятно, что она это сделала. Я переживала немного, как пройдет знакомство с моей младшей дочерью, с Миланой. Я не знала, как он отреагирует на то, что у меня трое детей. Тут прям фантастика. Ты одесситка, я в Киеве. Возможно же вариант, что ты переедешь в Киев, если мы будем дальше вместе? Ну, я считаю, что любые варианты возможны. Тут уже надо обсуждать по ходу. Когда она с мамой позвала познакомиться с Ваней, нам было очень интересно его наконец-то увидеть, познакомиться с ним поближе, позадавать ему вопросы, узнать, как он относится к тому, что у мамы много детей. Раз уже двоих увидел, то Петя маленькая. Плюс один. Да. Ну и нормально. Я хочу познакомить. А, ну ты моих деток знаешь.
внезапно появились дочери. Полина и Настя, которых я уже знал. Привет, девчонки, привет. Да, давайте. Привет, Алина. Кто это? Иди, я тебя познакомлю. Но с ними был еще третий человек. Маленький человечек. А это моя младшая доченька. Ты не спрашивал, сколько у меня детей, поэтому я как бы и не говорила. Это Милана. Одним махом стать отцом троих детей в миг – это, конечно, ну такой серьезный вызов. Жизнь очень разнообразна, и вот сейчас я получил тому подтверждение. Милана? Милана, да. Ну, мне показалось странно, но он, кажется, не очень удивился. Да, я не увидела прям удивления какого-то в нем. Отреагировал спокойно. Ну, нормально, да. Все-таки это твой третий. Да. Твоя. Моя третья дочь, да. Слушай, какая ты вообще мама-героиня? Да. Я, честно говоря, блин, в шоке. В шоке чего? Ну, потому что, ну, я представляю, что вообще за этим кроется. Я имею в виду, ну, вот жизнь твоя, да? Она очень сильный человек, и сейчас я в этом в очередной раз убедился. Как мужчина, который хочет строить отношения не с молоденькой девочкой, а со зрелой женщиной, это нужно просто принимать. И тот мужчина, который хочет быть рядом с ней, просто должен это принять, что это ее жизненная история, это ее дочь. Это Ваня. Как Но зовут еще раз? Милана. Привет. 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 Я Ваня. Сначала я немножко испытывал дискомфорт, потому что не знал, как вести себя с ребенком, который я вижу в первый раз. Для меня это непривычный такой момент в жизни. Давай сильнее бросай. Молодец, вообще невероятно. Готова ловить? Ваня. Ваня. Сможешь выговорить Ваня? Да, Ваня. Давай пятерочку, давай. У тебя очень красивая улыбка, ты знаешь? Да? И очень классная прическа. Еще раз. Маму что? Она маму слушает. Мне нравится, что он умеет общаться все-таки с маленькими детьми. Он так тонко подходит, объясняет все, и он заинтересовал Милану. Ты чудо. Я чудо. Да, да. Ты чудо. Мы начали как-то проводить этот пикник уже в таком каком-то даже семейном, что ли, контексте. Мы ели фрукты, мы общались, девочки задавали мне какие-то вопросы. Количество детей устраивает? Я могу так сказать. Было бы удивительнее более, если бы вообще у Иры не было детей. Но у мамы не вообще, у мамы их трое. Да, да. Про это и спрашиваю. Ну, я вообще считаю, что это прекрасно. И я считаю, что он готов стать отцом троих детей. Он вообще никак по этому поводу не переживает. Он свободно с ними общается, что со старшей, средней, младшей. И я вижу, что ему это интересно. То есть он не искусственно это делает, а ему на самом деле это интересно. А ты был раньше женат? Нет, я женат не был. А почему? 36 лет уже. А ты думаешь, это странно, да? 36 лет, это да, это не быть женатым, это... До сих пор, ну, не было рядом такой девушки, с которой бы у нас сложился тот формат отношений, который мне интересен. Mm-hmm. Ну, и ей был бы интересен. Поэтому как-то так. Ну, бывает. Мне было приятно и комфортно общаться с семьей Иры. Это было хорошее времяпровождение. Я считаю, что он справился на 100% с этой задачей. Есть контакт, где-то должен быть все-таки подвох какой-то. У него все правильно, все как положено. Что-то где-то, возможно, проявится еще в будущем. Он очень беспокойный, но на самом деле минусов я пока что не заметила. Все хорошее. Да, это и насторожило то, что минусов пока что я не видела в нем. Пока у него и у мамы идет все хорошо, посмотрим, что будет дальше. Да. Олена, ти таки була права. Одеса мама розтопила цю крижану стіну між нашими героями. Так, наче листівка щасливого сімейного життя. Мрія кожної жінки. Замилуйся. Виглядає мило, це так. После чудесного дня нас ждал еще не менее чудесный вечер. Мы отправились в ресторан. Музыка, это платье, это просто было все великолепно. Наслаждайся.
трогательный и очень душевный момент. Нам играла девушка на виолончели, и это было очень классно. А ведь у нас уже был такой момент, когда я наливал шампанское в красивые бокалы. Атмосфера была для того, чтобы раскрыться, почувствовать романтику какую-то. Хотелось этого чувствовать. Было волшебно. Тебе нравится? Да. Как давно в предыдущий раз ты слушала классическую музыку? Вживую давно. Давно? Да, это праздник для меня. Ира тоже проявляет ко мне симпатию. Я это ощущал по ее манере общения, по взгляду. Спасибо тебе большое за этот танец. Mm-hmm. Это был лучший танец в моей жизни. Спасибо. Когда мне Иван сказал, что это был лучший танец в его жизни, у меня все рухнуло внутри. Все, я поняла, игра продолжается. Неискренняя была его фраза. Это была фраза, стандартная фраза, пафосно-поверхностная. Как в книжечке вот написано все, мы живем как надо. Вот. У меня все чувство романтизма ушло. Я опять себя почувствовала разочарованной просто. Зверни увагу, як водночас зникли всі сподівання Іри. Адже вона тільки дозволила собі розкритися перед Іваном, довіритися йому. І вистачило маленької неуважності, нечуйності, банальності. Іра водночас закрилася. Таке враження, що Іван знову пішов за напрацьованою схемою. А це для Іри дуже болісно. Я набагато краще розумію Івана, ніж Ірину. Іван тягнеться до неї. Так. А вона відштовхує його та ображається на нього. І з такою жінкою дійсно важко. Здається, що вони без нас не розберуться. Треба їхати. Венські бали, етикет, дрес-код. Він боїться бути настоящим. Я навіть не знаю, може ли він бути настоящим, я не розумію. Я поняла, що я такого більше не хочу і не збираюся терпіти. В тот момент я вообще не понял, что произошло и почему появился этот белый флаг. Не совсем понятно, почему Ира обращает внимание на какие-то мелочи, которые несущественны. Она не идет на сближение со мной, то есть внутренне сама держит какую-то дистанцию. И это оказалось для меня вот, ну, явным вот этим вот таким барьером, да, почему мы до сих пор не стали ближе, в том числе как мужчина и женщина. Здравствуйте. 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 Привет. 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 Ось ми. Ви покликали білим прапором, ми прийшли. Да. Тому я так розумію, час поговорити про щось. Правильно? Тоді ведіть, де можна поспілкуватися. Проходьте, пожалуйста. Спершу хотілося б дізнатися в ініціатора білого прапора, в чому причина такого вчинку. Що сталося у вашій парі, що призвело до того, що ви його вивісили? Я сюда пришла для того, чтобы действительно встретить пару. Так, я знаю. Этот человек, ну... Вся людина Иван? Этот человек Иван, да, человек. Который мой муж. Да, который мой муж. Этот человек просто не для меня. Все. У выборе вашей пары важливым моментом было то, что этот человек має бути добрым, має бути вихованим, який не схильний ображати вас, і якому подобається розмовляти, и слухати. Он, наверное, слишком добрый, слишком воспитанный, и разговаривает, и слушает, ну, больше не на себя. Угу. Вам бракує душевності та відвертості від Вані. Я вас правильно зрозумів? Скажіть, будь ласка, а ви, можливо, якось спілкувалися з цього приводу? Може, ви запитували? Ні, я не спрашивала. Виходить, що ви замовчували моменти, які вас не влаштовували у Вані. Щодо головного питання.
Ничего не было озвучено, сказано. Вот благодаря вам сейчас мы вышли, наверное, на главный вопрос. Вот, а то было все, как бы, так сказать, ширма. А за ширмой так, главный так. вопрос открылся. Ірині бракує душевності. Ваню, що ти можеш сказати з цього приводу? Чому ти на мене все время смотриш? Ти же рядом. З експертами. Я тебе не подкажу. Це, мабуть, добрий знак, коли людина хоче дивитися на того, хто з ним поруч. По-моєму, це непогано. Интересный момент, например, определенная тактильность. Ага. Вот я да. могу прикасаться к своей женщине там, определенным одним образом, демонстрируя, да, что я хочу к ней прикоснуться. А такое же точно, ну, хочется чувствовать и с другой стороны. Тобі не вистачає від Іри якихось тактильних відчуттів, доторків, обіймів? Ти про це зараз говориш? Не хватает в том числе, да. Якщо я зараз не скажу, я просто лопну. Пожалуйста. От цікаво. Зараз Іван каже, що для мене важливі тактильні відчуття. Для мене дуже важливо, щоб мене обійняли, доторкнулися. Я сиджу в моїй голові, буквально крик. Та поклади ти свою руку на його, візьми його під руку. Навпаки, Іра взяла, знаєте, що ви зробили? А вам приємно доторкатися до Івана? Вот я его послушала, я действительно, я избегаю прикосновений. Так покладите руку на его, подивіться, раптом він кусається. Я не могу почему-то это сделать. Зробіться. Простягніть руку на зустріч одне одному. Може він струмом б'ється, може вам сподобається. Ось рука лежить, як воно там, шипи не вилазять у нього? Що бентежить, Іро? Ти кажеш, що складно, якийсь є бар'єр? Справді склалося таке враження, ніби ти до Вані продираєшся крізь якийсь сильний внутрішній бар'єр. Зрозуміло, в тебе була певна історія, яка точно залишила якісь шрами. І хоч як ти хотіла про це забути, ти про це досі пам'ятаєш. Погляньте, те, чого вам хочеться, ви самі собі забороняєте. Вам цього хочеться. Але ви, пам'ятаючи все, що було, той біль, який був, волієте не робити жодних кроків, щоб, не дай Боже, знову цього болю не було. Тому підсвідомо себе також зупиняєте. Тому лише гарних слів недостатньо. Ну, ми вміємо. Нарешті ви одне на одного подивилися. Yes. Ні, так, я на Іру поставив. Він зазвичкою подивився на вас, але так перелякана. Знаєте, раптом зараз ви знову на нього не подивитесь, у нього буде дивний вигляд. І тут ви на нього подивилися. Погляньте, в нього аж очі загорілися. Ваню, хочу звернутися до тебе. Ти дуже хороший чоловік, з чудовими манерами. Але жінці, яка поруч з тобою, потрібне тепло, потрібно відчувати чоловіка. Тому лише гарних слів недостатньо. Ми дуже часто не розуміємо сигналів і не чуємо того, що каже партнер. Ми маємо свою картинку бажаної поведінки. Але ми не хочемо дізнатися, як іншому партнеру комфортно взаємодіяти з оточенням і з коханою людиною в тому числі. Тому те, що ви махаєте йому, проходить повз нього. Він сигнали подає, ви думаєте, чого він руками махає, бовдур? Для нього, очевидно, ти класна. А ви думаєте, чого це він тут комарів ганяє? Те саме і у нього. Тому наше зелене завдання, щоб ви як два передавачі з'єдналися, щоб була якась комунікація. Виникає відчуття, ніби ви справді не з того почали. По-перше, ви дуже ретельно роздивилися недоліки одне одного. А, звісно, недоліки є в кожного. Якщо ви проб'єтеся крізь свої неймовірні стереотипи, то побачити щось зовсім інше. Тож спробуємо. А для цього ми з Оленою маємо невеличку задумку. Тому ми зараз поїдемо в одне місце, де на вас щось чекає.
Даже не могу предположить, что именно придумали для нас эксперты. Интересно и страшно одновременно. Ви, напевно, гадаєте, навіщо ви тут і що вас очікує? Страшно? Ні, да. Якщо ви подивитеся у цей бік, то ви побачите човник. Сімейні стосунки схожі на річку, яку потрібно подолати. Тому ви зараз сідаєте в цей чудовий човник і вдвох, підтримуючи одне одного, пливете до того берега і повертаєтесь назад, працюючи як одне ціле, як одна команда. Тобто ми хочемо, щоб ви чогось серйозного там навчилися у цьому човнику. Ми не утонемо. Я сподіваюся, що ваш чоловік не допустить цього. Тож не будемо віддаляти цю чудову мить плавання вашого човна. Усе зрозуміло? Да. Вперед. Вперед. Спасибо. От не пойму подвоха, ждать какого-то от этой лодки, чего вообще происходит. Осторожно. Оце осторожно. Молодець. Екстремально, да? Це не ми коли Слушай, що. Ти... Я сніму каблуки. Да, давай, снимай. Давай, акуратненько. Сподіваюся, ви вже не зміните свої думки. Осторожно. Умієш грести? Ви вже сіли, вам комфортно, так? Я зроблю кілька грибків, ти поймеш, як це робиться, да? Потім можемо погрести вместе. А можна одну секундочку уваги? Можна. Я хочу вибачитися, я забув одну важливу річ. Будь ласка, віддайте мені весла. У житті буває всяке, правильно? Потримаю їх для вас. Ну, ви Єгор фантазер. Є трохи. А зараз у вас є можливість продемонструвати, як ви долаєте труднощі, як ви працюєте як команда, і наскільки ви доповнюєте і допомагаєте одне одному. Ось така історія. Підштовхнув ваш корабель. Посильніє, Єгор, посильніє. А далі ви самі. Давай. Значить, сядь от сюди. От сюди сядь. Вот сюда сядь. Это неудобно, но тем не менее. Ну, зачем мне сидеть? Давай попробуем разные варианты, как... Ну, давай руками как просто. Ей, как ей ввести. Ну, руками. Ну, давай. И... Хорошо, грибу. Подожди, можешь на секундочку туда сесть? Давай. Господи, как же... сядь, пожалуйста, и не делай резких движений. Подожди, дай мне вспомнить секунду. Если я правым веслом грибу, куда я разворачиваю? Зачем садиться, обсуждать, как грести? Ну, если и так понятно руками, не головой же мы будем грести, ну, блин. Нам надо найти удобный способ, чтобы мы туда могли доплыть. Синхронно нам надо это делать. Давай, и раз, я посчитаю. Ну, как в танцевальном зале, да? Да, да. Куда ты? Давай попробуем сесть. Нет, так неудобно будет. Давай попробуем. Ну, мы попробуем разные варианты. И что? Как же это выглядит там с веслами, я, честно говоря, не помню. Давай вот с этой стороны попробуем. Давай. Нет, ну мне надо с этой стороны, наверное, ее разворачивать. Він, звісно, теоретик. Він теоретик, так. Він про те, щоб отримати задоволення, просто в човнику посидіти. Він вирішує питання, як змусити цей човен пливти самого. А тут, як в анекдоті, треба репти. Я предлагаю определиться с вариантом таким. Нам надо быстрее или получить удовольствие? Давай кайфанем просто, глянь, как прикольно. Мы спешим. Лодка плывет, муха посредине озера. Нам эксперты дали задание. Они нас ждут, стоят на берегу. А мы давай сядем, обсудим, как мы будем, что мы будем делать. Каким образом, да, в какую сторону. Да блин, начинай делать что-то, а по дороге уже обсудим. Можно я тебе объясню? Дашь мне возможность объяснить? Смотри, мы сейчас не берем, делай нам надо... Движений. Не бойся. Сюда наклоняйся. Я грибу в эту сторону, а ты... Вот давай, давай ты туда, я туда. Ну давай, давай. Давай. Только ладонь складывай вот так. У меня чуть-чуть начался с ним вот этот конфликт. Давай начинай, потому что я уже нервничаю. Давай уже начинать что-то делать. Мы назад, давай уже мы пока разговариваем, давай, мы назад. Давай. Давай, садись. Все, поехали. Смотри, берешь ты руку, думаешь, так ставишь. Ты думаешь, это лучший вариант вот так? Но. Да? Ну давай, нет, давай пробовать. Ты делай, как тебе удобно. Дивиться, уже выходить. Это получается? Угу. Но мы плывем, Ира. Ну, нарешті. Ну, складне завдання. Здається, дрібниці. Вдвох у цьому човнику поприколюватися. Я устала. Ти не вважаєш? Давай на ту сторону. Поміняємося? Давай. Для них це може бути складно. Вони притираються одне до одного складно. Вона любить покомандувати. Він кудись може полетіти.
Вона відвикла працювати в парі. Останніми роками вона звикла всі проблеми вирішувати сама. Хочеться запитати вас про враження. Як гребти руками з коханою жінкою на борту? Ні, все хорошо. Взагалі, як це було? Звісно, коли ви, Єгор, забрали весла, це був дуже неочікуваний момент. Якою була поведінка Івана в цій ситуації? Просто я сама по собі швидкий чоловік, мені треба швидко все вирішати. І коли він почав тормозити і говорить, ой, давай присядемо, давай поговоримо, обсудимо, а в яку сторону? Я нетерпелива, просто прости, але я нетерпелива. Виглядало, що у вас справді різна швидкість. Просто ви різної швидкості люди. Ти такий, поки там щось відбувається. Іра мені говорила, що по темпераменту вона холерик. А я... Точно не холерик. Да. Ви насправді врівноважуєте одне одного. Так, а ти його дуже класно можеш розігріти, тому що наш чудовий, романтичний, галантний, теоретичний, космічний Ваня міг би у цьому човнику під зірками там, знаєш, ще довго кружляти. А ти його так добре завела. Мені здається, всі щасливі. Ти щасливий? Так, я безумовно щасливий. От я теж. Я благодарен вам за задання, дуже класне задання. Насолоджуйтесь, інтересне. Звертайтесь. Я волнуюсь, я не можу зараз предположити, чим може закінчитися наша історія. І какой-то вариант вот исхода на сейчас мне вообще непонятен. Это, наверное, самое непонятное отношение в моей жизни. Было очень много хороших моментов. Она была очень приятной девушкой, милой, задорной, смеялась искренне. Но в какие-то моменты их было очень много, она была абсолютно закрыта. И становилась достаточно холодной, жесткой, где-то даже категоричной. Осталось очень много вопросов. Интересно в этом проекте, потому что все как в жизни. Только вот все это в ускоренном темпе. Вот люди могут очаровываться, разочаровываться, переживать. И вот это мы как будто бы прожили лет 10, только быстро. Анализируя вот прожитую нами, так сказать, жизнь в 7 дней, я для себя сделала вывод, что нельзя молчать. Вот такие столкнулись два идеальных, неидеальных человека. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Привіт. У мене враження, що ми з вами не розлучалися. У нас теж таке впечатлення. Ну, почнемо з того, як вам ці 7 днів разом? Які враження? Я уверен на 100%, що ця неділя залишиться в пам'яті навсегда. Це маленька життя. Коли спостерігали за вами, ми дуже тішилися, що ви змінюєтесь. І зараз ви інші, ви змінилися. І мені здається, це велика перемога. Дякую. Спасибо. Тому так цікаво зараз почути ваше рішення. І почнемо, Іван, з вас. Ви залишите обручку чи, можливо, ні? В твоем лице, Ира, я приобрел хорошего друга. Я готов быть другом для тебя, быть другом для твоих девочек. Я оставляю это кольцо себе. Я очень хочу, чтобы ты оставалась в моей жизни. Ну а зараз, Ира? Час оголосити ваше рішення. Я отримала огромний опыт, і я тепер знаю наверняка, що ніколи не можна молчати, якщо ти чимось недоволен, якщо тебе щось не устраивает в партнері. Можна давати шанси, але ці шанси повинні бути ограничені. За прошедшу неділю я давала тобі шанс. Но я от тебя не почувствовала тепла, я не почувствовала близости. У меня такое впечатление было, Вань, извини, что я жила с роботом. Я хочу живого человека рядом с собой, со стержнем взрослого человека, тем же семейным бюджетом.
Я положила 1000 гривен, Ваня положил 4000 гривен. Ваня забрал весь семейный бюджет себе. Я осталась без денег. Может, я мороженка хочу какое-то или что-то еще хочу. Было много ситуаций, которые я замалчивала, и со стороны казалось, что все идеально. Самое главное в жизни – это любовь. Я и встречу. Поэтому я хочу снять это кольцо. Не кожного разу щось спалахує між двома людьми. Іноді не трапляється так, як бажається. І якщо ви вирішили припинити мовчати в стосунках, це вже добре для вашого життя, яке буде потім цього проєкту. Ваня щось зрозумів для себе, ти якийсь висновок зробила для себе, і це вже дуже багато. Всього вам найкращого. Спасибо огромное. Щастя вам. Спасибо. Хай щастить.